Всем привет! Сегодня я закончила фотошколу Зоря Файна. Хочу поделиться своими впечатлениями. Когда я покупала свой фотоаппарат полупрофессиональный Nikon где-то 5 лет тому назад, при покупке я видела очень много функций. Я не знала, как ими пользоваться. Вот. Но я успокаивала себя тем, что со временем я разберусь. Проходит год, проходит два, проходит три. Я сажусь в интернет, смотрю, я еще больше запуталась. После всего я начала искать фотошколу. Я смотрела групповые занятия, их достаточно много, но у меня свое мнение по этому поводу. Я считаю, что они не такие эффективные. После этого я нахожу школу, фотошколу Зоря Файна. Я давно о нем слышала, наслышана, и прочитала я много информации, пересмотрела видео, я договорилась с ним о школе, я проходила свою фотошколу за 10 дней. Самый огромный плюс – это то, что с той многочисленной информацией в интернете, которая находится в интернете, Зори Файн может объяснить все лаконично, разложить все по полочкам, и все вопросы, которые вас волнуют, вы можете задать их напрямую. Он знает все ответы на вопросы, так как он не только знает теорию, но еще и практик. Хочу сказать, что минус в том, что курсы для меня проходили каждый день. У меня по-другому никак не получалось. Вот. И поэтому мне было очень трудно. Сейчас у меня немножко бардак в голове, и я его не могу разложить. Вот. Я бы рекомендовала будущим новичкам, любителям брать фотокурсы хотя бы 2-3 занятия в неделю, вот, чтобы у вас было время посмотреть в интернете, сделать домашнее задание, прочитать конспекты. Вот. И, конечно же, еще советую, если вы выбрали для себя фотокурсы, индивидуальные фотокурсы, никого не слушайте, вот, потому что 99,9% вас будут отговаривать. Слушайте себя, что подсказывает вам сердце. Вот. Всем удачи, дерзайте!